Всем привет, у меня на канале очередное мое бредовое видео. Сворачиваем с улицы Омская на улицу Шибалдина. Асфальт здесь, особенно при свете фонарей, как перекопанный. Но я вот удивился, сегодня я тут днем проезжал, появилась разметка, разделительная полоса. Я понимаю, что нельзя считать чужие деньги, но неужели транспортная у нас, кто там, служба, администрация, правильно расходуют деньги? Вот нужна эта разметка, лучше бы сделали бордюры там, что-нибудь новое поставили. Без разметки понятно, что здесь две полосы. Так что я не знаю. О, привет, Иннокентий. Привет, Александр. Вот скажи, дорожные службы у нас нормально работают вообще? Разумно тратятся деньги в городе или фигней занимаются? Зачем наносить разметку на разбитую дорогу? Я вот даже обезьяна, я вообще в шоке, что такое происходит. Ну вот и я так думаю. Так что у нас все, дураки и дороги во всем виноваты. Такое чувство, что в дорожной службе все. Работают вот мои собратья. Даже обезьяна.